Всем привет! Сегодня 11 мая, на улице жара. Хоть крузак и показывает 21 градус, но это мы только выехали из гаража. Это в гараже такая температура. Показывала 20. Сейчас мы едем в поселок Зональная станция. Будем заправлять кондиционер. Кондиционер. В прошлом году, летом, буквально летом, полностью крузака разбирал. Кузов от рамы отсоединял. Соответственно, и все трубочки кондиционера тоже менялись. Почему менялись? Все это решил делать, потому что там все к чертовой матери прогнило. Это у них такая болезнь, у крузаков. Грязью забивается, все сыро и постоянно там ржавеет, гниет и окисляется. Вот мы по дорожке едем уже по Макрушино. Скоро приедем и будем менять. Это я вам покажу на видео в ускоренной перемоточке, как мы будем заправлять кондиционер. Итак, смотрите, поехали. Итак, мы кондиционер заправили, у нас все хорошо, ничего нигде не бежит, а дует холодом передний кондиционер, задний тоже поддувает холодом. А на все про все у нас ушло где-то минут, наверное, 30 вместе с прокачкой, откачкой, долива масла. Кстати, масло мы долили 100 грамм, это по регламенту. А газ фреона мы тоже добавили где-то килограмм. 1 килограмм, 1 килограмм 50 идет по регламенту, а плюс-минус 50 грамм. Поэтому мы все сделали по регламенту, у нас все хорошо, все холодно, мы теперь наслаждаемся. И если вы хотите тоже заправить кондиционер, могу, оставляйте ваши заявочки в комментариях, и я вам отвечу, телефончик Константина. Все, пока, смотрите дальше.